Агния Барто. Вот так защитник. Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью. Даниил Хармс. Бульдог и таксик. Над косточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик маленький с морщинками на лбу. «Послушайте, бульдог, бульдог!» — сказал незваный гость. «Позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость!» Рычит бульдог на таксика: «Не дам вам ничего!» Бежит бульдог за таксиком, а таксик от него. Бегут они вокруг столба, как лев бульдог рычит. И цепь стучит вокруг столба стучит. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А таксик, взявши косточку, сказал бульдогу так: «Пора мне на свидание, уж 8:05. Как поздно? До свидания, сидите на цепи». Эдуард Успенский. «Если был бы я девчонкой». Если был бы я девчонкой, я бы время не терял. Я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал. Я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмел. Перемыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки. Все свои игрушки сам я проставил по местам. А чего ж я не девчонка? Я бы маме так помог. Мама сразу бы сказала: «Молодчина ты, сынок». Даниил Хармс. Иван Иваныч Самовар. Иван Иваныч Самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток. Разъяренный кипяток лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел, к самовару подошел, дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит: «Дай-ка выпью», говорит. «Выпью чаю», говорит. К самовару подошла тетя Катя, подошла. Со стаканом подошла. Тетя Катя говорит: «Я, конечно», говорит, «выпью тоже», говорит. Вот и дедушка пришел, очень старенький пришел, в туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит: «Выпить разве?» — говорит. «Чаю разве?» — говорит. Тут и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла. И, подумав, говорит: «Что ли выпить?» — говорит. «Что ли чаю?» — говорит. Вдруг девчонка прибежала, к самовару прибежала. Это внучка прибежала. «Наливайте», говорит, «чашку чая», говорит, «мне послаще», говорит. Тут и жучка прибежала, с кошкой Муркой прибежала, к самовару прибежала, чтоб им дали с молоком, кипяточку с молоком, с кипяченым молоком. Вдруг Сережа приходил, неумытый приходил.
всех он позже приходил. «Подавайте, — говорит, — чашку чая, — говорит. Мне побольше, — говорит». Наклоняли самовар, но оттуда выбивался только пар. Наклоняли самовар, будто шкап. Но оттуда выходило только кап. Самовар Иван Иваныч, на столе Иван Иваныч, золотой Иван Иваныч, кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лежебокам не дает. Все. Олег Григорьев. Гостеприимство. Встаньте с этого дивана, а не то там будет яма. Не ходите по ковру, вы протрете в нем дыру. И не трогайте кровать, простынь можете помять. И не надо шкаф мой трогать, у вас слишком острый ноготь. И не надо книги брать, их вы можете порвать. И не стойте на пути, ах, не лучше ль вам уйти? Агния Барто, кукла. Смастерил я грузовик для сестры Катюшки. Подняла Катюшка крик, разве это грузовик, три пустых катушки? Смастерил я ей коня, пусть берет, не жалко. Катя смотрит на меня, не желает брать коня, это просто палка. Я свернул два лоскутка. Ах, сказала Катя, ах, какая красота, кукла в пестром платье. Олег Григорьев, ваза. Папа вазу опрокинул. Кто его накажет? Это к счастью, все семейство скажет. Но если бы к несчастью это сделал я, ты разиня, ты растяпа, скажут про меня. Даниил Хармс. Удивительная кошка. Несчастная кошка порезала лапу. Сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Олег Григорьев, «Былина». Сидит Славочка на заборике, а под ним на скамеечке Боренька. Боренька взял тетрадочку, написал: «Дурачок ты, Славочка!» Вынул Славочка карандашище, написал в тетрадь: «Ты дурачище!» Борище взял тетрадищу, да как треснет по лбищу Славищу. Славища взял скамеищу, да как треснет Борищу в шеищу. Плачет Славочка под забориком, под скамеечкой плачет Борька.
Агния Барто. Я выросла. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже? Он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарю.